26 и 27 марта сразу несколько приморских трупп объединятся в масштабном проекте «Ночь в театре». На пресс-конференции организаторы события пояснили, тема этого года «Сказки» выбрана неспроста. 120 лет со дня рождения российского драматурга Евгения Шварца. Шварц тем и хорош, что он действительно писал сказки и для детей, и для взрослых. Это такой автор семейный. Поэтому есть, конечно, у него философские сказки, и более сложные, как «Тень», которые, наверное, для детей трудно воспринимаемы. А всем известные «Золушка», «Два клёна», «Сказка о потерянном времени», «Марья искусница». Фестиваль сказок для взрослых и детей начнется в столице края. Второй день артисты приморских театров посвятят уссурийскому зрителю. Пройдут 4 спектакля за этот день, 3 спектакля города Владивостока, 4-й спектакль премьера Евгения Шварца «Тень» Уссурийского театра драмы и «Плюс капустник», который завершит уже все это мероприятие. Кроме этого, гостей «Сказочной ночи» в театре ждут мастер-классы по сценической речи и движению, мастерству актера. Попасть на это крупное культурное событие несложно. Необходимо обратиться в кассу театра. На каждый спектакль отдельный билет. Анна Клыга, Антон Войцеховский, Телемикс.